Только у Гомеля сёлета плануется сдать в эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров жилья. Правда, просто побудовать сегодня уже недостатково. Необходимо заработать это у вызначенный термин, якостно и пожадано с наименьшими затратами, что напрямую уплывает на кошт квартир. У городском управлении капитального будовництва кажут, что это реальные планы. Во всяком разе никаких значных проблем с боку будовников никто не огучивает. Максима, одинное питание – кадровое. У разговоре с журналистами гучить думка по якости работ молодых специалистов. Профессийная подрыхтовка, сдается, не дренная, але жадание працевать с полной дачей назирается не во всех. По этой причине, до речи, после обовязковой отпрацовки новые договоры с некоторыми просто не заключают. У речи для будовничных организаций сегодня головное иметь постоянные заказы и продавать квартиры. Что мое на увазе якость и прямальный для населения собекошт? Где-то в районе 7 миллионов. То есть дом от дома они отличаются, потому что есть там инженерная подготовка разная, конструктив, набор квартир отличается, но в районе 7 миллионов. Где-то вот такая цена. Если брать средний класс и площадки какие-то, ну, в более лучших местах, то это в районе 10 миллионов рублей. То есть 59-й, Барыкино, вот мы сейчас будем начинать, цена выше 10 миллионов не пойдет. Разом с тем, у Гомельском городском управлении капитального будовництва означают той факт, что некоторые квартиры не находят покупников, навод по практично бюджетному коште у 7 миллионов 600 тысяч рублей за квадратный метр. Махчима, это связано с отсутностью социальной инфраструктуры, когда таких новобудовлю. Махчима, есть некие иншие причины. Разом с тем, подчас проведения горячей линии у Комитете державного контроля Гомельской области значных зовах жихары региона не выказывают. Некого цікавить ситуация с ценоутворением, когда двухпокоевая квартира, то не за на покаёвую. Некто все ж таки нашел невеликие будовничьи недопрацовки. У комитете увогуле означают, в сравнении с 2014 годом, когда на Гомельщине означались долгобуды, а на якость работ скарги регистрировались сотнями, ситуация значно изменилась у лепший бок. Делаем мониторинги по окончанию кварталов обычно, объезжаем дома, и в последнее время проблем больших нету. Ну, отдельные факты бывают, где-то какие-то недоделки. Но это редкое исключение, по большому счету. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».